Далее Иманалиев Шахмамад с целью реализации своего преступного замысла сообщил аудиторам Счетной палаты Казахской Республики Абдуллаева и Султангула о необходимости поиска автомашин именно марки Mercedes-Benz Е-класса 2000-2001 года выпуска. Они же договорились с Юксель о подаче им тендер заявки и от имени ОСО «Барат Люкс» предложение осуществить поставку в Счетную палату Кыргызской Республики автомашинной марки Mercedes-Benz в количестве 5 единиц на заранее обусловленную на общую сумму в размере 3 368 831 самов. При этом Юксель для придания видимой законности проведения тендера на закупку Счетной палаты Кыргызской Республики служебных автомашин и присуждений в нем победы ОСО «Барат Люкс» также подал заранее проигрышную тендерную заявку, возглавляемого им ОСО «Бистар» с предложением осуществить поставку автомашин марки «Тойота Камри» в количестве 5 единиц на общую сумму 4 265 001 сом. 5 октября 2011 года тендерная комиссия Счетной палаты Кыргызской Республики были скрыты указанные выше тендерные заявки ОСО «Барат Люкс» и ОСО «Бистар». Согласно протоколу процедуры закупок товаров тендерной комиссии Счетной палаты Кыргызской Республики, победителем было признано ОСО «Барат Люкс», предложивший наименьшую оцененную стоимость закупки в размере 3 368 831 сом. Тогда как ОСО «Бистар» было предложено стоимость в размере 4 265 000 самов. При этом Иманалиев, как председатель тендерной комиссии, закупающей организации Счетной палаты Кыргызской Республики, в реализации совместного Шахмамата Юксель преступного замысла было принято решение заключить договор о закупке с ОСО «Барат Люкс» на вышеуказанную сумму. Тем самым Иманалиев и Шахмамата в целях незаконного получения материальных благ при содействии Юксель действовали в грубое нарушение с требованием статьи 5 закона Кыргызской Республики о государственных закупках. А при чем здесь тогда Шахмаматов, если каждый из 9 аудиторов ходил на базар и выбирал себе машину? При чем здесь Шахмаматов тогда? Кроме того, тендер проводил члены тендерной комиссии, состоящие из 6 человек. Это в суде неопровержимо доказано, что Шахмаматова там не участвовал и не участвовал в тендере. И как может не участвовать в тендере, не подписывая соответствующих документов, Шахмаматов организовать эту преступную группу? Это же абсурд. Абсолют кайды тербитын кезе тендер табы. У меня была связь с этим тендером. У кайды тербитын юк. Венес дарун гейт, дас их ангетлих тен байден херен им вас гемакт табы. Дан кайды тазу нузоват сагам, их кену ну хэн Чормонов. Если бы у меня была связь с этими людьми, то у меня был... Я знаю только Чурманова. Ну, wenn Чурманов heute hier gesessen hätte, dann hätte ich was anders überlegen müssen. Aber diese beiden Herren habe ich erst einmal im Leben bei der Schöne Palate kennengelernt. Und wie kann man sowas vorher vereinbaren? Das verstehe ich überhaupt nicht. Если бы Чурманов был бы здесь, я бы подумал по-другому, но я этих коллег... Deswegen bitte ich, dass der Чормонов auch hier erscheint in die Sache. Айып тогортуусундагы айтылган жүйөлөр менен биз макул эмесибизди билдирдик. Ошондой эле жанагы келинчегимдин машинеси 10,000 доллар турган, аны Шыкмаматов 13,000 сатып ийген деп бүгүн прокурор айтпадыбы? Биз ошол 10,000 деген тергөөнүн баягы заключениясы мыйзамсыз экенин, аны берген эксперттин Минюста каттоодон өткөн эмес, ал эксперт катары мыйзам боюнча таанылбайт деген далилдерди келтирдик. Мындан тышкары биз бүгүн автогидтин жана торгово промышленный палата кыргыз экспертизасын жана сертификаты бар бардык укуктуу негиздер менен бекитилген эксперттин ал машине ошол кезде 14,000 доллар турганы далилдеген материалдарды бүгүн сотко бердик, сот аны ишке тиркеди. Бул жерде биз бүгүн ошол жагдайларда мамлекетке бир тыйын чыгым келбегенин далилдеп бердик. Мамлекетке бир тыйын чыгым келбеген жерде коррупция кылды, мамлекетке зыян келтирди деген жүйөлөр абсурд, мындай акылга сыйбаган нерсе экенин биз бүгүн сотторду айтып өз жүйөлөрүбүздү билдирдик.